Так, идет, не идет? А, не видно. Ладно, если идет, то это хорошо. Если нет, но перезапущу. Юху! Всем привет! С вами енот. А, да, стойте, чтобы если не зафейлить. Что если не запишется, начну отсюда. Время тикает. 0, 20. 21, да, тикает вечно. А с вами енот, с вами. Эзерлордс. Итак, ржавые притащили в... Стойте. Во. Думаю, что-то не то. Он же не скинул мне запись. Да, идет. В общем, с вами Демиурги и с вами енот и наша... Кстати, если вы не заметили, у него крылышки это типа. И чем больше мы будем прокачиваться, тем будет у него все расти. Мы прокачали уменьшение спас-броска для этих тварей. Сейчас посмотрим, заработает или нет. Ага. Кстати, да, и по звукам, по-моему, здесь как-то все равно громковато. Не знаю. 3, 5 будет. 4, 6. Туда не сюда. Давай так. А, черт, 2 целых. А, ладно. Главное, чтобы они не воскресали, потому что если они будут воскресать, это будет адская вещь. Но мне вообще классно было также опять начать сужика и атаковать. Ларня. Так, ну ничего сделать не могу, его блокирую. Здесь нужны пчелы, потому что эти твари регенятся, у них дофига жизни. И это плохо. Ну, будем делать Дзеркраш. Чё он творит? Чё их так много-то? Вот, понеслось. Так мы посмотрим, сработает или нет. Лес здесь, в принципе, нафиг не нужен. Тут нужно что-то другое, что я пока не знаю. Всех выставил на защиту, да ты издеваешься. Собака выжил. Я же меньше его спас бросок, а как так? Уже деревья на урон заменить. Мне кажется, я его никогда не выиграю, не знаю. Не победил. Если можно так сказать. Все, пошли. Ужик, конечно, здесь уже бесполезен. Если вначале бы он был, хотя я сомневаюсь, что я успел бы им атаковать, ужик здесь не нужен, здесь нужны пчелы. Он либо не будет блокировать, либо будет что-то другое делать. На тебе. Убей хоть одного. Как? Какой у него шанс-то? Есть. Один сто. Сейчас он призовет этих своих сильных. Да, которые атакуют без конца. Нужны меч, пчелы и ужики. Ужик не нужен, нужны пчелы. Просто с Зеркрашем будем бить. И надеемся, что пробьем. Блин, а урона-то мало. А вот он всегда будет шестерку блокировать. Черт, его реально теперь не пробью. Без пчел здесь никак. Умри. Мечей больше. Ну, хотя бы они у него не бесконечны теперь. А то полностью 100% восстановление, это вообще нечем. Но армии нужно менять, мне нужны пчелы. Прям жестко пчелы нужны.
Он даже не будет их успевать расстреливать. Слишком много создает. Ну, это хорошо, у меня магии дофига. Куда девать, конечно, я не знаю. Ну да ладно. Чилаут, все в атаку. Один... О, он не может одного блокировать. Хорошо. Вы должны двоих спилить, как минимум. Вот здесь бы ядовитость пригодилась. Собака выжил. Умри. Ага. Ну, наверное, каждый третий умирает теперь. Он может этим два раза пульнуть и убить его. Сколько у тебя лечения? О, умер, ништяк. Давай, призывай кого-нибудь. Второй такой жесткий. Когда у него закончится-то? Блин, здесь нужно как-то с регеном делать. Не знаю. Хуже. Ну лучше поздно, чем никогда, да? Все, нет ужика. Ожидаемо. Он типа считает его опасным, потому что его можно перекачать в нет. Кстати, у меня-то не было такой способности. Че? О, не трогать не будет. Так, выжил. Умри, 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 умри. Так, господи. Ты хоть умри. Блин, не... Чё за шанс у него там выжил? Делать. Тут нужен реген и способность отнимать жизни у него. Где все? Где весь урон? Где мечи? Надо дерево на меч заменить. Давай. Пусть мне хоть иногда удача-то будет. Минус. Да, наконец-то, господи. Это просто жесть, честное слово. И пробить его это почти нереал. Но он еще и лечится. Надо все-таки на воровство заменить кому-нибудь. Потому что мне нужно жесткое лечение. Он меня тупо измором берет. Давай, убей хотя бы еще одного. Ну какой там шанс? 1-5, что ли? Так, 2 ему нанес урон. То есть, типа, сравнялись по урону. Жив. Жив. Как же он меня бесит. Вы даже не представляете, да. Мне нужны мечи, это явно. Воровство и мечи. Одинарные вот эти здесь вообще бесполезны. Господи, у него сила, ужас. Мне кажется, я не передавлю его. Ему будет дойти, и он начнет хилить. Так, с чем можно делать?
Лео-сан. Баки. Да убей ты его, убей! Да, хотя бы одного. С каждым ударом их должно быть все меньше. Скоро начнется этот фонтан, блин, извергающийся. Ха, мы его передавливаем. Передавливаем собаку. Фух, что будешь делать дальше? Два выстрела. У него, походу, этот хилка бесконечная, тупо. Что за фигня? Сейчас у меня молния. Надо же, еще пока нет. Но мы его передавили. Мы эту тварь передавили. Это просто жесть. Честно, это лютая жесть. Убей. Собака. Убей. Как меня это злит. Хорошо, что мне урона дофига, да? Все, один ход и тебе кирдык, понял ты? Че ты сделаешь теперь-то? Передавил собаку. Они, конечно, прикольные, но они бесполезные. Сколько я с ним страдал в прошлой серии. Вот сколько я с ним страдал. Вы же помните, это было просто жесть. Я не знаю, вот как так надо было. Вот ради чего это все было? Ураганный уж. Ураганный уж, господи! Ладно, что это? Герой может использовать артефакт в бою до двух раз. У меня нет артефакта здоровья. Герой увеличивается, нафиг не надо. Каждый четвертый ход во время сражения герой получает дополнительное заклинание. Знаете, вот иногда заклинание должно хорошо быть. Вот с артефактом не уверен, здоровье не нужно. Медитация пусть будет. Что это? Свиток пыли приобрели. Что это за свиток? Что он дает? Осталось зарядов 5. Активация ходов 2. Задержка между использованием 2. Пыль. Все существа не могут атаковать до следующего хода. Фух. В общем, передавил я эту тварь. И мы наконец-то можем двигаться дальше. Этого я завалил, тут бессмертие, двигаемся дальше. Наконец-то! Вы думаете, игра настолько простая? Так попробуйте, давайте. Сделайте тоже что. Господи, и он здесь. О, у этого синтета какой-то новый вид магии. Классно, пойду в другую сторону. Ах, попробуем опять передавить фикус. Хотя зря, да, наверное, в него влил. Наверное, да, зря. Ядовитость тогда была классно. Ладно, рано или поздно он пробьется. Ха! Больно? Опять придется его закрашить, слушайте. Каждый четвертый ход, но теперь у меня есть заклинание дополнительное. И мы знаем, что против него тактику. Мы попробуем сейчас с ним сразиться, не справимся прям на другого, не справимся прям на другого. Одного блокирует, а второй умрет. Ну, ударит, по крайней мере. Ха!
Он бы от каждого урона повышал бы уровень свой. Чёртова змейка. Лес, с одной стороны, мне не нужен, с другой стороны, нужен. Лес надо спасать. Но змейку он не убьет. Ларня. А кого он блокирнет, мне интересно. Ну, может, любого из моих фэнтов будет, но это ладно. На змейку? Нет, на энта, смотрите-ка. Вот и мои способности не сработали. Фига себе, вот моей армии нету. Да ты издеваешься, друг ты мой. Не хотелось бы, чтобы он блокировал или атаковал. Что ты сделаешь? Стрельнешь? Раз. Два. Отличненько. Ну, это мелочи. Я должен чуть побольше. Да, салют. Все, все в атаку. Даже чтоб шестерок выносить. Пчел они вообще не блокируют, да? Ах ты ж гад! Вы видели, что он сделал? Он сделал наоборот. Пока не хватает толпы. Нет, ужик, суки. Честно, сволочи. Сколько ты можешь их клепать, ты мне скажи, сколько? Как я его ненавижу. Вроде враг не сильный, но он просто измором берет. Убей! Собака! Усни! Так тебе выкуси, сволочь! Ну, короче, против них, этих бессмертных тварей, я не знаю. Тут, наверное, как-то идет множитель на уровень или еще на что-то, я... Просто не знаю. Ай! Ай! А ты можешь бесконечно стрелять? Не может. Да ладно! Сколько? Блин, мне бы их пробить. Зря на ужика следует, если честно. Зря. Что-то мне кажется, в этот раз он меня пробьет. Хилки у меня нет, а у него уже армия большая. Не пробивать его, солдат, тогда будет все круто. Он всех четверых может, да, блокировать, но он не будет это делать. Пчел он, по крайней мере, точно не будет, это риск для него. Умри! Тварь! Потому что пчела по-любому убьет его, этот фикус черта. Ему надо меня застреливать. Ну, я так вижу, это единственный вариант. Богомол он будет по-любому блокировать, потому что богомол это прям просто дикий хил. Если его вкачать, он может с ударами полностью всю жизнь остаться. Ай.
Что было 40 жизней, что осталось? Я его тупо пробить не могу. Клепаем армию. И пытаемся продавить. Зер краш всегда спасает. Блин, мне бы опыта больше. Тут вообще все нужно. Тут нужен и опыт, и защита, и блин, вообще. Умри! Ненавижу! Убей, 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 убей! А-а-а. Есть! Хоть минус один. Чем меньше у него защиты, тем мне лучше, тем больше я могу на него атаковать. С каждым ходом у меня будет армия все больше. Потому что я чертов эльф, и я занимаюсь зеркрашем. Блин, он лечится минимум на 4 жизни, то есть считайте 4, он подавляет. Ай. Ай. Да господи, сколько у тебя их? Вот сколько у него их? Скажите мне, ты мне скажи. Мне нужна больше армия, больше. Где заклинание, где доп заклинание, где вообще что-нибудь? Каждый четвертый ход же. Показать кладбище, ну и толку, нет никого. Двоих блокируют, как обычно, да? Богомол, убей, пожалуйста. Опять я ненавижу. Так, это ему без разницы. Один урон. Три урона. Убей, 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 убей. Так. Хоть Энн справляется, а? Шесть урона. Шесть урона мы ему запилили. И с каждым ходом у нас урон будет увеличиться, потому что он блокирует только основных. Да, это тупой комп. И у него тупо измор. Даже ладно, если мы хилиться бы могли. Вытягивание, да, конечно, было бы круто. Я бы вместо леса бы забирал у него жизни тупо. У меня еще 7 ходов есть, грубо говоря. 7 ходов, чтобы его пробить. Ну да. Ой, сейчас начнется долбежка. Богомол, давай еще раз. Не подведи меня. О, подвел. Почему богомол меня подводит, я не понимаю. Один урон. Три урона. Убей, убей. Собака. Убей, убей. Шесть урона. Ни одного не убили. А он сейчас еще создаст. Это ж тварь клепает, я просто не знаю, как кто. Я не могу ничего сделать. Как же вот этот срабатывание способности, это просто адская вещь. Даже, наверное, меньше 6 ходов мне, да? О! А давай пчел, чтобы он блокировал. Что ты сделаешь? Покернешь ли ты пчелу? Убей, 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 убей. Убей. Ну что за фигня? Почему никто не умирает? Так, ну жизни мы по факту выровняли. Ему еще один заход и все. Если он умнее ничего не придумает. Хотя это обычный цветок, что он может придумать. Ай. Ай. Сейчас молния. Хода. Лес? Серьезно? Серьезно? Так, ладно, здесь все равно не дадут атаковать, поэтому вот его усыпляю и все остальные вот так. Все, умер ты. Одна медалька осталась.
Ай, не смог последнего его атака. Это что, блок был, типа? Чёртов фикус, как же он меня бесит, господи. Ну хорошо, что прокачались, был бы я ниже уровня, я бы вряд ли его чизел. Есть! Варна! Или она говорит, ладно, я не знаю. Так, ну здесь ничего полезного. Вы получили новую специализацию бессмертия фигусов. О, вот это адская вещь. Любой фигус под управлением героя имеет шанс регенерироваться, если он полностью лишился здоровья, был уничтожен заклинанием или принесен в жертву. Так, тут как-то их надо обойти, да, значит? Ну ладно, давай глянем, что ты такое. Они вам что-то еще охраняют. Иди сюда. О, ужас. Сразу сначала, да? А еще что, игра только началась, ребята, алло. Нормально. Тут бы лес, мне бы лес очень помог. Нано. Но честно, слишком сильный урон вначале. Шесть, да? Вот где лес, когда он нужен? Ну? Могу мелочи сбивать. У него урон уменьшился до 5. Нет, до сих пор 6. Ай. Дайте мне лес. Лес это единственное, что меня сейчас спасти может. Забивает прям сильно. Сразу два дал. А, ну нормально. Мясо пойдешь? Нет, ты стой, ты будешь защищать. Нано! Ужики вообще опасно, может тупо армию змей сделать и забивать врага. Никто не может, да? Отлично. Так, но они могут тупо блокировать по несколько на одного бросаться, да? Давайте так сделаем. Наверное, мне сейчас змейку забьют мою. Это самый адекватный ход, да. На, минус. Минус. Да ладно, он не стал? А чё ты задумал-то? Да я бы змейку забил бы. Больно. Воу-воу-воу-воу, это чё произошло? У него опять способность всех воскрешать за один ход, да? Ну,
2, раз. 4 урона. А черт, минус, да? Блин, а нафига я единёркой напал? Ай. Сейчас опять воскресит, да, сволочь? О-о-о. Что происходит, алё? Надо бы тогда одного отправить в сон. От тебя. Минус. Он спокойно сливает, потому что он знает, что их восстановит за один ход. И для чего это ему? Два таких теперь. Отлично. Ха-ха, по-любому пять. Собака, ладно. Хорошо, этот бой за ним. Этот бой за ним. Нужен лес с самого начала. Нет, сдамся. Вариант так себе. Все очень зависит от того, какие карты придут. Что будет? Мне дадут еще карту? Нормально. Лес бы. Если леса не будет, то бесполезно. Я просто могу лесом их обезвредить поначалу. А дальше, как говорится, опять износ. То есть как раз вот сейчас его выдало. Так, хорошо. Меч ему не нужен. Мы одного блокируем от его скорости. Хитро сделал. Для блокировки само то. Да, его не стали блокировать, а ладно. Чутка. Создал два эфирных канала. Да, без разницы, я тебя блокирую. Умри! Ха! Где же лес, когда он так нужен? Можно усилить змейку. Ха. Может тупо его усилить. Змейку он сам блокирует, чтобы проще было. Что сделаешь дальше? Мелочи я ему снесу. Двоих блокирую. Чё, он меня подхилил? Для чего?
Что ты? Он пчелку убил? Он и так может, офигеть. Одного блокируем уже. Молодец. Идеальный блок. Все, змейка есть, сейчас мы ее еще усилим. Чтобы она ему казалась проблемой вселенского масштаба. Сейчас мне будет 6 на 4. Так, и что делаешь дальше? Он должен по-любому защищать всех в атаку даже. Все равно я блокирую его слишком сильно. Шесть. Да без разницы. Что это? Да, привет. Что ты хочешь? Иди домой. Очень. Да, но не так легко. Как сделаешь тогда? Что? Ты огурцы купила? Нет, овощи купила? Нет. Сок мне купил? Нет, что? Знаешь, он выжил. Черт, это ж фейл. Подожди, у меня тут фейл. Проигрыш. Вот. 7. Все равно пробил. Да господи. Сама ты деть. Это война, между прочим. Не на жизнь, а на смерть. Блин, ну вот лес пришел, да. Как раз само то прям, когда и надо. Нет. О, нет. Спасибо. Вот мы с тобой спорим. Спасибо, я очень тронут. Так. Как я зафейлил, мне надо было 7 нападать. Блин. Я забыл, что он еще регенерирует. Потому что тебе деньги нужны. Ты еще меня сукой назвала? Я в шоке. Вот и я о том же. Я слышал. Могла не акцентировать. То есть ты просто так не уйдешь, да? Управляет всяким там своим. А брат младший без денег. О, огурцы, помидоры, капуста. Да, она меня отправляла. Так, что еще нужно? А, сок какой-нибудь. Ну, не знаю, мы же вечером, типа, празднуем. Да. Ну, маме скажи. Претензии не ко мне, не я организатор сие мероприятия. Там себе мороженое возьмите на прогулку, не знаю. Потому что мы вроде на сегодня заказываем, я не знаю. Ну пока...
шашлыки. Но Шипудин пока нам ничего не дал. Ну, в смысле, мы пытались заказать, он дал ошибку, я позвонил, говорю, что это с заказом. Они говорят, ну мы перезвоним, уже прошло почти час, они не перезвонили. Сама закройся, как открылась. Блин, я занят. Вот так вот пришла сестра называется. Так, стоп, что произошло? Я кого-то потерял, да? Пчелка, ты. И змейка. Но змейку, чтобы не убили, мы сделаем вот так. Ага. И что пчелки тоже. Он блокирнет змейку, потому что змейка сейчас для него это самая жесть. Нет, он не блокирнул змейку, да ладно. А змейка может стать имбой. Из обычной вырастет огромно. Я как-то, по-моему, тут дрался со змеями, и это сейчас жесть. А. 4-4-4. Любой его фигачит. А вот двоих уже вряд ли. Он может по одному не сливать. Ну нафига мне фонтан этот, а? Ну, по идее, ему было бы грамотно убить змейку. То есть двоих на нее натравить. Раз. И вот это он сделал. Прощай, змейка. По идее, если у него бесконечный спам, он может так делать со всеми. Надо для защиты. А, да? 2-3. Ну ладно. Вообще отстой, что он так по одному может мне выхлёстывать и сам себе восстанавливаться полностью. Так, ладно, он пока лес не убирает, без разницы, все в атаку. Нет, ты стой, защита всегда нужна. Почему-то пчелы не блок... А, по-моему, он... Пчела же воздушная, они все могут воздушных блокировать. Вот это новость. Он восстановит еще жизни. Враг не пал, не расслабляемся. А вот это уже проблема. Он и его восстановил, да ладно. Блин, сейчас одного может выхлестать. И мне одного сейчас спилит, да? А, нет, он не сможет его спилить. Эту по жизни не хватит. Но он сделает мне неприятно, это точно. Блин, вот. Смотрите, вроде кажется, игра простая, но иногда один бой может... Че, у него тупо жизни 7 стало? А, и сейчас всех воскресить, всех троих. Классно, да? То есть четверо их сейчас будет, смотрите. Вангую, четверо. Что он сделал? Четверо, я же говорю. А, он отменил у него этот. Ваша ж Машуша. Он их что, бесконечно клепать будет, я не понял. Все, все. И назад. Пчел надо больше. Хорошо. Но у него жизни 40 там было, да, кажется? И он восстановит половину 20-го, как минимум. Как вы меня бесите! Еще больше! Сейчас будет уже 5 их, смотрите.
6. Ты когда-нибудь прекратишь их спамить-то, а? Сволочь. То есть это обалдеть просто. Просто обалдеть. Так, одного сразу выбиваем. Ладно, он, походу, не хочет разрывать пока связь, поэтому нападаем в серии. Сейчас жизнь становится. О, он сдался! Есть! Есть, 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 собака! Как меня это бесит, как меня бесит вся эта игра, господи. Блин, завтра надо будет теперь к банкомату идти. Сестра деньги забрала. О, матка пчела. Вот это интересно. Вы не может нападать. Летающая регенерация 2. Все пчелы получают первый удар. Все пчелы получают способность неистовства до окончания следующей стадии. Нападение хозяина. Когда умирает матка пчел, отдых, плата 2 эфира порождает боевую пчелу. Не может атаковать. Все пчелы получают способность неистовства. Это то есть нападают, несмотря ни на что. Которая умирает, когда умирает отдых. Плата 2 эфира порождает новую пчелу. Вы получили возрождение. Возрождение! Вот эта вещь. Хорошая вещь, но пока нет. Вы молились святыне, и ваша просьба услышана. Вы получаете все благословения природы. Заклинания атаки будут вызваны на вашего героя каждый следующий ход. До конца хода сила и стойкость всех дружеских существ увеличена на 2 пункта. И все дружеские отряды получают способность топтания. Жесть. Давай, фигачь его. Второй уровень! Ха-ха-ха! Ха! Мы получим 3 эфира и сможем вызвать... Черт, неправильно сделал, не той последовательности. Ладно. Где топтание и чё это? Чёртова утка. И чё? О! 3. Убьёт ли всех по-любому, да? Ну ладно, он ничего не сделает. Блин, так может. Классно. Довольно сильная вещь. Да, но я не могу блокировать. А, походу... Блин, я не знаю, это неистовство или топтание дает, потому что он до конца идет. Чего, он еще и умирает сразу? А, только... На один ход? Ну, блин, это тогда не такая имба, как я думал. Это я думал 9 дней, за 9 дней продумать все нападения. А, не, нормально. Да, это имба. Один ход тебе остался, друг. Не знаю, что ты делал.
не сдался. Не надо же, он продолжает сопротивляться. Лол, меня сейчас вынесет еще. А тут бы сейчас лес не пригодился, а он пригодился. Сами пошли в атаку, это не искусство. Умер. А вот когда нужен лес, его нету. А когда не нужен, так сразу по раз 10 появляется. Призрачная сеть. Ну, так себе. Конечно, можно, но... И что такое? Вы нашли артефакт перезаряжения. Врет, я ничего не нашел. А, все артефакты перезаряжены. Господи, как я читаю. Опа. А вот и захватчик. Ты искусно прячешься в зарослях, герой. А что еще ты умеешь? Давайте его напинаем и закончим. В принципе, логическое завершение будет. Ух ты, шестой тоже. Лес, это хорошо, хорошее начало. Но я его вызвать не могу, плохое начало. Что это такое? Генерирует. Иди лес. Ну давай. Ну будет защищать, пусть что не будет. На 2. Умер. Так, все очарованные здесь она силу теперь затрагивает. Так, очарованное существо получает силу... очарованные существа получают силу и стойкость. Все очарования, воздействующие на силу, теперь затрагивают очарование стойкости. Существа и наоборот. Если очарованное существо уничтожено, Я не понял, почему оно. Почему оно было уничтожено, ты мне скажешь, нет? Убился, конечно. На каком основании оно был убит? Чё? Секунду. Давай. Так.
Что он творит вообще? Он отнимает у них силу. Все, все, шесть. Это теперь вечная защита. Хотя я могу дать ему, и в принципе хватит ее. При неистовстве. Что это еще такое? Включите три периода. Три периода чего? Ты долго клепать-то будешь, а? Что происходит вообще? Не понимаю. Давайте, ребята, все в атаку. Что больно ему было. Я на кого накастовал сейчас? На, они дальше пробьют, у них же неистовство. Это жесткая еще вещь. Что, он еще и регенится? Блин! Сейчас тоже убьет его, да? А это что такое? Что это? Друзья, начало существа получат один повреждение в конце каждого хода. Очарование существа не может использовать свои способности. Так, это плохо, если он ему еще сменит. Уже каблуки, стопудов. А, черт, я ж мог этим, блин, на сон отправить, через день подумал. Ну, блин, он дебафер вообще мощный, конечно. Что это такое? Что оно ему дает? Три периода. Окей, что это дает тебе? Ты понимаешь, что ты уже проиграл? Это тут. Я даже не могу... Чар, ладно. Прощай. Матка пчел. Ну и нафига она мне? Лес все еще неспокоен. Похоже, в нем скрываются другие враги. Да ладно. Хотя ладно, надо заканчивать. Ну что ж, было прикольно. Всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Всем пока.